наша центральная улица, улица Низами. Раньше она называлась Торговая, и все ее так до сих пор и называют. А кто это улица сказал, пешеходная. Что, а кто только что сказал, что я не знаю? Я сказала. Смотрите, какой интересный что, шарик. Наверное, в темноте он светится. Он состоит из гирлянд полностью. Если мы в темноте будем проходить, не вижу. А здесь-то сколько елочек. Ну вот это зато светится. Вот что? Это. Да, это уже светится. Покажи такое. Смотрите, уже вечереет, и все лампочки зажигаются. Ого. Эту улицу называют Плакат. Раньше здесь много картин продавали художники. Сколько людей сегодня. Смотрите. Анар, ты видишь, это кто? Я даже не знаю, кто это. Вафелька. Это вафелька. Точно, это вафелька. А смотрите, помните, ребята, какой красивый елочку я вижу вдалеке. Самая большая елка в мире. Ну прям. После хозяйки. Да. А здесь вон около Бургер Хауза поселился Дед Мороз. Малыш Дед Мороз. Пойдем посмотрим. Это ярмарка называется. Как называется? Союх Элле Истюрек. Это в переводе означает холодные руки, горячее сердце. Это, наверное, благотворительная ярмарка. Что продают, идет на благотворительные цели. Пойдем посмотрим, что тут есть. Посмотрим, посмотрим. И это елочки белые. А здесь красота. Смотрите, здесь расположились разные киоски с чем? С чем-то съедобным. Она убежала.
сувениры продают. Ой-ой-ой. Смотри, уже включили все. Иди сюда, смотри. Вот, все елочки, которые мы видели, включили. И там в конце шар. Сейчас подойдем, его снимем поближе. Пойдем, пойдем. Анарчи. Пошли. Анарчи, не смотрел себе сосиску с картошкой. О, какие огромные. А нам дали вот такой подарочек по дороге. Сказали, что писались на Инстаграм. Открой, посмотрим, что там. Это что, наш подписчик? Я не знаю, кто это. Куда они узнали, что у нас? Остановись здесь, посмотрим. Открой, посмотрю, что там. Там вот. Красиво. И какой ангелочек красивый. На елочку нам еще один ангелочек. И вот. А это что? Это как... Это, наверное, их Инстаграм. Они хотят, чтобы мы подписались на них. Вот. Ага. Я же вам говорила, он состоит полностью из гирлянд. Мама, как смотри, какой красивый. Да. В последнее время что-то они в свадебных платьях. Да, иди смотри сюда. Ой, все внутрь заходят. Идите сюда. Ой. Вот, даже можно внутрь зайти. Красота? Да. Лили? Да, лепота. Лепота? Подождите, стойте там. Стойте вот здесь.